Здравствуйте, уважаемые друзья, коллеги, партнеры. Просьба к вам поставить плюсик, если меня слышно и видно. Если видно, скажем так, экран, точнее рабочий стол вебинарной комнаты, просто поставьте плюсы. Ну, судя по контингенту, который присутствует на вебинаре, я так понимаю, в принципе, новых людей совсем никого нет. Это в комнате Мирополис. Не знаю, как обстоят дела непосредственно в социальных сетях. Ну, я думаю, мне, может, скажут, да, то есть, есть у нас новые люди или нет. У нас сегодня 17:30, время презентации компании Skyway Capital. То есть в это время мы обычно знакомим людей с проектом группы компании Skyway. Да, сейчас у нас с вами июль месяц. То есть, возможно, многие отдыхают. Да, не так много нас сегодня на данном мероприятии. И, в принципе, я думаю, многие внимательно следят за развитием нашего проекта. Есть у нас пару новостей, касаемые, скажем так, непосредственно, наверное, проекта Skyway Capital в первую очередь. Вот. Ну а в целом, наверное, сегодняшнюю беседу построим таким образом, что кратко пробежимся по тем событиям, которые состоялись буквально совсем недавно, да, ну и познакомлю вас с новостью, которая касаема, скажем так, мероприятия, которое состоится в компании Skyway Capital в августе месяце. Вот информация о нем буквально свежая, выложены, скажем так, собственными руками и так далее. Итак, друзья, проект группы компании Skyway, я думаю, большинство из вас, кто присутствует на вебинаре, давно следит за его развитием, он продолжает развиваться успешно. Вы знаете, да, у нас, скажем так, продолжается строительство и создание новых производственных площадей, у нас продолжаются работы, связанные с окончанием строительства трассы в экотехнопарке непосредственно в Республике Беларусь. У нас активно сегодня развивается проект на территории Эмирата Шарджа, да, то есть там идет строительство 400-метровой трассы, на которой будут продемонстрированы возможности тропического уникара, который отрабатывался с конца прошлого года на территории экотехнопарка, и уже идет согласование, скажем так, документации по другим трассам, которые будут строиться на территории Skyway Innovation Center, да, SWIC, на территории Эмирата Шарджа. Вот. Что хотелось бы отметить, да, друзья, мы имеем дело с транспортной технологией, которая вот уже на протяжении 5 лет мы рассказываем о том, что призвана заменить все те в итоге транспортные технологии, которые мы с вами пользуемся повседневно. То есть автомобильный, железнодорожный транспорт, водный, воздушный транспорт. Да. Сейчас, кстати, пора отпусков, огромное количество людей ринулось в разные уголки, многие стараются поехать к теплому морю и так далее, как раз таки есть проблемы с перемещением. Первое, но в сезон самые высокие цены, вот. Достаточно проблематично с билетами, да, если вы хотите уехать здесь сейчас. Собственников автомобилей данная ситуация напрягать начинает больше, потому что, например, огромное количество людей на своих личных автомобилях устремляются в сторону, ну вот возьмем Российскую Федерацию, это куда? Курорты Черноморского побережья, да, это Кавказ, это тот же Крым, это, возможно, Ставропольский край, там, где есть различные минеральные воды и так далее, и так далее. То есть народ тянется к теплу, хочется отдохнуть. Соответственно, транспортные развязки в тех регионах, куда стремилось большое количество людей, там сейчас испытывают большие-большие проблемы. Все это может закончиться, наверное, где-то к октябрю месяцу. Да? Есть еще большое количество любителей отдыхать у нас на теплых морях в так называемый бархатный сезон. В этом году сам хочу попробовать. Давно мечтал, скажем так, отдохнуть в отпуске в сентябре, дай бог, в этом году получится. Коллеги, то есть наша технология развивается, да, вы знаете, что у нас есть целый ряд транспортных средств, которые начиная с 2014 года, с момента запуска нашего проекта по системе краудфандинга, вот, созданы в Республике Беларусь, да, у нас сегодня есть практически 6, да, новых трасс, которые мы демонстрируем на территории экотехнопарка. То есть та цель, которая была объявлена в 2014 году, становится все ближе и ближе. А цель была простая, вы помните, когда запускался наш проект. Это создание, тогда мы говорили, транспортного полигона, да, испытательного полигона, на котором можно будет продемонстрировать, что из себя представляет технология Skyway, провести сертификацию транспортных средств путевой структуры и выйти на строительство адресных проектов в разных уголках земного шара, где будет востребована данная технология. Вот сегодня мы имеем порядка десятка транспортных средств различных, да, то есть различной вместимости, пассажировместимость, начиная там от 2 человек, заканчивая 42. И вы знаете, что ведется разработка
транспортных средств для перевозки людей, которым будут демонстрироваться в Объединенных Арабских Эмиратах, там, где будет, скажем так, поезда, как говорил генеральный конструктор, до 300 человек одновременно, да, будут перемещаться в одном направлении. Вот. И сейчас работы в этом направлении ведутся непосредственно на территории наших КВ в Республике Беларусь. Вот. По поводу, то люди уже сразу начинают спрашивать вопросы, да, когда будут выплаты. Вот мне теперь хотелось бы тогда уточнить у Натальи Колесниковой, выплаты чего вы ждете, да, и с каких ресурсов вами, скажем так, инвестированных в нашу компанию. Я отвечу в конце нашей короткой сегодняшней презентации на несколько вопросов. А сейчас хочу сказать, что действительно технология уникальна. Вы знаете, пример, наверное, нашей технологии я сейчас вижу каждый день, но приходится мне пересекать Можайское шоссе в Одинцовском районе Московской области каждый день по своим нужным. Вот. И там я вижу пример, наверное, скажем так, ну, может быть, не совсем отражающий из себя технологию SkyWay, но тем не менее очень похож, потому что, я думаю, большинство из вас замечали, что сейчас транспортные потоки на автомобильных магистралях стали разделять, скажем, такими столбиками, между которыми еще натянуты канаты стальные. Вот кто видел это, поставьте просто циферку 5 в чате, хорошо, чтобы я понимал. Вот. И у меня получается, как раз иду, скажем так, по пешеходному переходу, и начиная от этого пешеходного перехода в одну сторону и в другую натянуты вот эти столбики. По сути дела, это вот пример того, что из себя представляет, наверное, струнный рельс, только отличие нашего струнного рельса, да, который сегодня реализован на территории экотехнопарка, и то, что строится на территории инновационного центра в Шарже, то, что вот эти натянутые канаты, да, которые вот в автомобильном исполнении, например, действительно, там, когда проходишь по дороге, видно, есть крупный анкера, на который, скажем так, осуществляется сильное натяжение вот этих стальных тросов, которые натянуты вдоль трассы, да, вот промежуточные, скажем так, столбики. Ну, не совсем промежуточные опоры, как у нас это сделано, но тем не менее. Да, то есть получается, вот за счет натяжения данная преграда, да, будет удерживать автомобили, если вдруг они будут, скажем так, выезжать там навстречу и так далее, и так далее. У нас же здесь принцип такой, что стальные канаты, это, скажем так, может быть пучок высоколегированной, скажем так, крепкой стальной проволоки, которая закрепляется в анкерных опорах, расположенных друг от друга на расстоянии километра, двух и более, да, в зависимости от типов путевой структуры. Только все это еще спрятано внутрь стального рельса, и, скажем так, пустое пространство заполнено, скажем так, модифицированным специальным видом раствора, да, который застывает и образует прочную балку. Виды путевой структуры, которые, кстати, вот сейчас вы видите на слайде, они сегодня реализованы на территории экотехнопарка. У нас есть и жесткая трасса, есть полужесткая трасса, да, есть, скажем так, гибкий рельс, который мы демонстрируем на территории экотехнопарка, и то, что сегодня строится в Шарже. За сегодняшний день, что на сегодняшний день, точнее, за 5 лет развития, как я вам сказал, итог можно подвести следующий, то, что уже речь идет и об адресных проектах, как говорит Анатолий Эдуардович Юницкий, да, и цель развитие проекта группы компании SkyWay до момента окончания строительства SkyWay Innovation Center, который находится в Шарже, уже, скажем так, приступить к реализации адресных проектов в разных уголках земного шара. В первую очередь это Объединенные Арабские Эмираты. И вы знаете, что в апреле месяце, в конце, да, в начале мая, мы это все узнали, руководитель Эмирата Шарджа, вице-президент и премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов, скажем так, подписал, одобрил проект, который входит в 6 проектов, да, по развитию инфраструктуры Дубая. И вот один из проектов это SkyPods, это 15-километровая трасса с 21 станцией, которая будет построена на территории города Дубай. То есть мы к этому имеем прямое отношение, и в этом направлении тоже ведется сегодня, я думаю, огромный объем работы, связанный с тем, чтобы мы как можно быстрее, скажем так, реализовали этот проект и продемонстрировали возможности транспорта SkyWay, что он из себя представляет, какие его выгоды, да. То есть это вопрос уже, можно сказать, политико-экономический. То есть нам отступать некуда, то есть только двигаться вперед. И вот мы, скажем так, на протяжении 5 лет знакомим людей на вебинарах с информацией о том, как развивается наш проект, что из себя представляет технология. И вот последний год, наверное, говорим, что мы все ближе и ближе к конечной цели реализации проекта – это строительство дорог в уголках земного шара. То, к чему мы двигались, то, скажем так, о чем мечтали, мы сегодня уже практически находимся в том времени, когда струнные дороги будут начинать строиться. Вы знаете, что запущен проект, точнее не проект, а работа, скажем так, еще в усеченном режиме блокчейн-платформы. И там есть дорожная карта, которую вы можете посмотреть, да, то есть примерное развитие
проекты группы компании Skyway, строительство дорог, сколько километров будет в котором году и так далее, и так далее. Вот дай бог, чтобы то, что написано в этой дорожной карте, чтобы мы могли, скажем так, двигаться гораздо быстрее. Ну, для этого и привлекаются сегодня инвестиции с разных уголков земного шара. Вы знаете, что больше 200 стран, в которых находятся, проживают наши партнеры-инвесторы, голосующие рублем, голосующие душой, голосующие, скажем так, морально и духовно за то, что данная технология была реализована. И я думаю, у нас огромное количество людей, которые, скажем так, вместе с нами переживают каждый день за то, чтобы в хорошем смысле переживают, да, потому что волноваться особо не стоит над тем, что технология была реализована. Итак, друзья, последняя неделя, в принципе, была ознаменована целым рядом событий, кроме запуска блокчейн-платформы, о которой мы сегодня уже говорить, наверное, подробно не будем. Каждый из вас способен зайти и нажать кнопку в кабинете РСВ, ему на почту придет письмо, что нужно сделать, да, то есть с инструкцией. Вы можете, скажем так, мгновенно предпринимать действия, которые прописаны в инструкции, вы можете немного подождать, потому что, в принципе, процесс вывода токенов с... Точнее, в личный, да, перевести в личный кабинет вы можете хоть сегодня, хоть в течение года, а процесс, скажем так, перевода ваших токенов непосредственно в кошелек начнется с 1 июля 2020 года, чтобы не обвалить стоимость токена и так далее. Так было принято решение руководством проекта, поэтому мы, скажем так, работаем в этих рамках. Я думаю, платформа еще будет дорабатываться, какие-то новости по работе нашей блокчейн-платформы, они будут сообщаться, потому что это... целый огромный комплекс работ, потому что вся технология будет завязана на блокчейн-платформу. Не только токены, да, которые вы там купили, обменяли, либо кто-то в дальнейшем будет покупать, а все, что будет происходить в нашем проекте, скажем так, строительство дорог, там, использование техники, скажем, движение какой-то информации, все это будет завязано на работу блокчейн-платформы. Итак, друзья, наверное, несколько слов про то, что буквально состоялось совсем недавно, да? Вот, вы знаете, что прошел форум. Не так давно кто-то из вас следит за новостями непосредственно на сайте, кто-то, может быть, заглядывает раз в месяц, но вы знаете, что представители нашей компании присутствовали в конце июня месяца, 24-25 числа, на международном конгрессе, который проходил в Испании, в Барселоне, в Каталонии. Да, это конгресс был связан с тематикой зеленой энергетики, вот, и на этом конгрессе делал доклад Кирилл Бадурин, который сегодня является руководителем бизнес-направления группы компании Skyway. Да, и вот как раз-таки он в рамках развития, скажем так, зеленой энергетики в мире, да, он знакомил всех, кто присутствовал на данном мероприятии, с инновационной транспортной системой Skyway. Вот, и как раз-таки наша система, она как вписывается в рамки инициативы зеленой мобильности и так далее. Да, то есть это то, что... является частью программы ООН, частью программы цель. Помните, вот это мы говорили в видео-новостях, да, то есть программа цели устойчивого развития до 2030 года, и в рамках этой программы как раз-таки вписывается доклад, который делал Кирилл Бадулин на данном мероприятии. Важно отметить следующий, наверное, факт, да, то, что сказано в новостях, то, что руководством компании было принято решение изменить немножко работу, скажем так, в международном формате. Вы знаете, что за период, начиная с 2016 года, да, вот там были еще выставки до этого, с сентября, порядка 20 крупных международных форумов прошло, да, выставки там по транспортной тематике и так далее, в которых принимали участие сотрудники предприятия «Струнные технологии», которые работают у нас в городе Минске. Сейчас немножко схема изменена, то есть вместо крупных выставок, да, было принято решение работать с различными форумами, которые касаются тематики, точнее, которые касаются разных направлений, да, но которые может затрагивать развитие нашей технологии. Это может быть, скажем так, те же самые умные города, это может быть транспортная схема, да, транспортная отрасль. Вот. Это может быть какие-то архитектурные моменты там, развития, скажем так, действительно городов будущего и так далее. То есть, в принципе, вся эта тематика, она вписывается в развитие нашего проекта. Либо мы вписываемся, да, в эту тематику. Соответственно, принято решение именно участвовать вот в таких форумах, там, докладывать, рассказывать, знакомиться с технологией, не занимать большие площади там, и платить огромные деньги у строителя мероприятия. Да? То есть вот выбрано, скажем так, принято решение выбрать такой формат. Подробно ознакомиться с информацией, касаемо непосредственно форума в Барселоне, вы можете на сайте компании Skyway Capital, эта новость у нас выложена. Вот, я думаю, что в принципе, смысла
сейчас, скажем так, рассказывать там, что было, какой был доклад, я думаю, каждый из вас способен прийти на сайт и прочитать, ознакомиться с этой информацией. Так, что еще хотелось бы отметить? Да, я обещал сегодня познакомить непосредственно с новостью, касаемую проекта компании Skyway Capital, и сейчас я хочу с вами поделиться, секундочку, экраном, да, и продемонстрировать вам одну страничку, которая у нас не так давно появилась. Сейчас, друзья, я включу рабочий стол. Должна прогрузиться страница. Открывается приложение специально работающее. Просьба такая, как только увидите рабочий стол, да, то есть поставьте просто плюсики в чате. Сейчас идет отработка программы. Итак, друзья, у меня пишет, что трансляция рабочего стола началась. Если это так на самом деле, поставьте плюсики. Есть, да? Итак, коллеги, я вам хочу рассказать о мероприятии, которое у нас состоится 18 августа 2019 года в городе Минске. Вот сейчас видите такой баннер, да? То есть он сейчас выложен на всех языках личного кабинета компании Skyway Capital. Называется это Skyway Capital Get Together 2019, да? Состоится мероприятие 18 августа. То есть любой из вас, кто зайдет в свой личный кабинет на своем языке, кстати, если у вас есть партнеры в международной вашей структуре, вы им тоже скажите, что все работает на разных языках. У вас загрузится мероприятие, и где рассказывается, что где будет происходить. То есть это будет, скажем так, в городе Минске. Да? То есть это мероприятие не будет, наверное, в том формате, к которому привыкло большинство из нас. Да? То есть, как правило, на второй день после Экофеста у нас была конференция, на которой были выступающие спикеры, на котором, скажем так, люди, успешно развивающие бизнес, делились своим опытом, на котором были награждения, кстати, тех, кто добился какого-то серьезного успеха. Здесь все будет происходить немножко в другом формате. Да, здесь будет, скажем так, мероприятие, будет включать в себя прием пищи. То есть это будет там шведский стол, там будет горячие блюда, холодные закуски, десерт. Там будет проходить программа праздничная, там наверняка будет музыкальная программа и так далее. Да? То есть даже заказаны там танцы и прочее, прочее, прочее. То есть это будет формат праздника. То есть как было сказано, как сказано на странице, что там семья Skyway Capital собирается все вместе и так далее. То есть можно назвать это тусовкой, да, можно назвать это тусовкой людей, которые развивают бизнес Skyway Capital и так далее. Как я понял, там будет вручаться подарок Анатолию Даровичу Минскому, соответственно, на этом мероприятии будет присутствовать наш руководитель проекта. Вот. Приобрести билеты вы можете непосредственно внутри личного кабинета, и есть, скажем так, две стоимости, да, то есть до 20 июля, если вы будете приобретать билеты, цена будет $50, да, с 21 по 5 августа цена будет $70. Что очень важно, действительно, тут написано на странице, то, что билеты на месте продаваться не будут. То есть 5 августа вот, те, кто успеют оплатить данное мероприятие, больше там, дополнительных каких-то дней, либо приехать, скажем так, на экофестиваль, а потом почесав череп и сказать, что я хочу еще завтра там чего-то перекусить белорусского и поучаствовать в празднике, это будет невозможно. Вот, то есть на месте никому, скажем так, билеты продаваться не будут, и приобрести приедут, скажем так, только те, кто о себе заявит через личный кабинет, оплата осуществляется непосредственно со счетов внутри личного кабинета. Если у вас есть деньги на бонусном счете, я так понимаю, вы можете рассчитаться этими деньгами. Если денег у вас в личном кабинете нет, вы можете просто эти деньги завести внутри личного кабинета и оплатить участие в данном мероприятии. Как говорят организаторы мероприятия, тут, кстати, есть телефоны, правда, все они, скажем так, представители стран Балтии, да? Вот. Но, тем не менее, если есть какие-то вопросы, наверняка у всех этих людей к данным телефонам привязаны вайберы, ватсапы. Вы можете просто-напросто записать в адресную книгу своего смартфона данный телефон, и у вас появится, если есть вайбер, ватсап, привязанный к телефону, либо телеграм, вы можете с ними связаться и уточнить какие-то дополнительные вопросы, если они у вас возникнут. То есть данное мероприятие, как я вам сказал, состоится 18 августа на следующий день после экофестиваля. Это будет Falcon Club, это проспект Победителей, в принципе, ну, центр города Минска, да. Будет весело, интересно,
Ну, назовите это, скажем так, праздничной тусовкой, в конце концов. Ну, ничего, скажем так, в этом плохого нет. И вы знаете, что в наш бизнес приходят различные люди. Кто-то приходит по единым соображениям продвинуть технологию, да, кто-то приходит заработать денег, кто-то приходит просто побывать, скажем так, в кругу людей, позитивно настроенных, да, позитивно заряженных, которые к чему-то стремятся, добиваются своих целей, помогают в этих целях еще, этих целей добиться тем, ну, людям, которые хотят чего-то достигать. По большому счету, если так вот на пальцах, за прошедшую неделю, наверное, важных вот таких ключевых событий было два. Кто-то из вас, возможно, смотрел видео новости с господином Кириченко, третий выпуск, да, где он говорил как раз-таки об успешном развитии проекта вот, на территории там Шарджи, в экотехнопарке. На этой неделе мы выпустим свои видео новости. Кто-то смотрел, может быть, наши и так далее. Там мы как раз-таки осветим информацию, касаемую вот, мероприятия, которое у нас состоится 18 августа 2019 года. Вот. Если у вас есть какие-то вопросы, вы сейчас можете их писать. Я посмотрю, что у нас в социальных сетях. Да, в чате вы можете писать свои вопросы, которые у вас возникают для тех, кто находится в вебинарной комнате. Так, коллеги, вот прозвучал вопрос, когда будут выплаты. Я просил уточнить, уточнения, скажем так, нет. Может быть, человек сейчас опомнится. Это Наталья Колесникова написала. Выплаты касаемо чего? У нас целый ряд выплат осуществляется каждый день. Так, всех хочется выплат, хотя 5 лет говорят, что дело это не быстро, что надо только немного подождать, и дай бог, все будет отлично. Ну да, вы знаете, что проект как бы не маленький, да, то есть технология, которая тяжелая, мощная транспортная технология. Мы лезем, скажем так, с этой информацией, если можно сказать слово «лезем», на рынок, где находится огромное количество крупных игроков транспортного рынка, да, причем разных сегментов транспортного рынка, автомобильный, авиационный, железнодорожный и так далее, и так далее. Вот рынок, который насчитывает там триллионы долларов ежегодного оборота, да, соответственно, я не хочу сказать сейчас, что нам там кто-то умышленно там будет ставить палки в колеса и так далее, но надо развиваться, надо демонстрировать, чего мы можем миру дать, да, и поэтому 5 лет, наверное, все-таки для такой технологии, ну, это не очень большой срок. Тем более, как заявляет руководство, вы слышали, наверное, Анатолия Эдуардовича Юницкого, что вот этот год для нас он показательный. Хотя многие могут сказать, мы каждый год говорим, да, что вот он у нас показательный и так далее, и так далее. Но вспомните ключевые события, да, и получение земли в Беларуси, да, и начало строительства экотехнопарка. Вот, демонстрация первых моделей, да, то есть все это происходило, все это двигается, и все это двигается благодаря таким людям, как вы, который продолжает инвестировать в проект, кто-то берет рассрочек, кто-то приглашает новых людей. И сейчас, как бы так, у нас активно развиваются и новые рынки, да, где появляется огромное количество партнеров. Это Юго-Восточная Азия, это Африка, где люди, опять же, как я говорю, рублем голосуют за технологии, разрабатываемые Анатолием Эдуардовичем Юницким, специалистами наших конструкторских предприятий, работающих в Беларуси и уже на территории Объединенных Арабских Эмиратов. Поэтому мы двигаемся, на месте ничего не стоит. Вот. Немножко подождать, ну да. Недавно смотрел, я люблю книги Киосаки, давно их читал, сейчас снова начал пересматривать. И одно время использовал принцип там финансовой грамотности, откладывания денег и так далее. Вот, действительно, Роберт говорит, что бизнесмен, инвестор – это человек, который умеет все-таки ждать. Вот, и который, скажем так, не нацелен на прибыль, что вот он сегодня вложил деньги, да, а послезавтра вот их надо получить. Как правило, в таком формате, в таком режиме работают люди, это так называемые трейдеры, да? Вот, которые работают на биржах, на криптобиржах и так далее. Утром находят выгодные предложения, прокручивают за сутки, либо за сколько-то деньги, да, получают свою маржу. Вот. Не знаю, относитесь вы к таким или нет, если среди вас биржевые игроки, я в этом не сильно грамотный. Поэтому, ну, где-то с верой жду успеха нашего проекта. Коллеги, какие еще вопросы у вас есть? Пишите. Вот кто-то предлагает дополнительную возможность финансирования, да, то есть вы знаете, Сергей, но вам нужно связываться, наверное, не со мной, да, потому что если вы имеете в виду дополнительную возможность финансирования, у вас есть какие-то там выходы, я не знаю, на что там, на какие-то крупные банки или что-то еще, вам нужно, наверное, работать через город Минск. На сайте RSV System, либо на сайте SVTechBuy есть тоже у них контакты, есть телефоны, по которым вы можете выйти на
руководстве нашего проекта, потому что, ну, я вам, например, в плане того, что если у вас есть дополнительная возможность финансирования, никак, наверное, помочь не смогу. По поводу, что с вертолетом, дроном строительным, летает он или нет, ответить я сейчас не могу. Вы видели, да, то, что он поднимался и садился. У нас был ролик. Как было сказано, что использование данного устройства, да, в нашем проекте тоже формируется там дорожная карта, составляются планы, как это будет применяться и так далее. Я не отношу себя к людям, которые непосредственно реализуют технологии в данный момент, поэтому сказать... Где он сейчас летает, да, и кто на нем летает, тоже не могу. Спрашивают, когда стартует первый адресный проект. Ну, как было заявлено самим генеральным конструктором, да, то, что и работы, ведущиеся в Skyway Innovation Center, это уже можно назвать и адресным проектом в том числе. Вот. Поэтому, раз уж мы там строим, можно считать, что связанный адресный проект, как называл его генеральный конструктор Анатолий Дорощевницкий, он уже работает у нас на сегодняшний день. Когда будет возможность, скажем так, и компания посчитает нужным, как было сказано, да, если у нас появятся какие-то адресные проекты, в которых тоже будет активно вестись работа, я думаю, нам об этом объявят. Когда это будет целесообразно, наверное, да, когда это будет возможно. Так, коллеги, я смотрю, в соцсетях вопросы закончились. Ну, наверное, два слова скажу, что действительно этим летом, наверное, будет пересматриваться немножко контент, который размещается на страницах информационных нашей компании Skyway Capital, да, то есть он, я думаю, будет свежим, интересным. Вот у нас есть толковые ребята, работающие в этом направлении, и я знаю, что у них все получится. Ну и контент вебинаров тоже немножко будет меняться, потому что есть несколько направлений. Раньше мы вели, скажем так, вебинары касаемо отдельно маркетинг-плана, отдельно технологии, отдельно даже, те, кто помнит, 2014 год мы рассказывали про разработку труднодоступных месторождений, да, мы говорили, скажем так, о различных видах там, транспорта и так далее, и так далее. То есть сейчас посмотрим, тоже, наверное, это будет делаться. Вот. А если так, в целом, то по большому счету новостей, наверное, огромного количества сейчас нет. Важно понимать, что работа на месте не стоит, что движение идет каждый день. Вот. Скоро будет экофестиваль, до экофестиваля осталось немногим более там, месяца 10 дней, да, фактически. Вот. Поэтому те из вас, кто планирует быть в Беларуси, еще не купил себе билет на экофест, наверное, надо поторопиться, потому что вы знаете, что 15 числа снова изменится цена, да, потому что каждая, скажем так, в течение месяца она меняется на $5, на месяц она будет... Ну, не то чтобы кусаться, потому что есть много людей, для которых $110 – это, наверное, не деньги, но, тем не менее, она будет в два раза дороже, чем с 15 июля по 15 августа. Она будет продаваться внутри, скажем так, сайта festivalsystem.com. Если вопросов больше нет, друзья, то я, наверное, на этом буду сегодня заканчивать. Нет смысла, скажем так, вас долго держать, прессовать там и толочь воду в ступе. Ну, на следующей неделе мы с вами встретимся также в понедельник. Возможно, к этому времени подготовим уже какой-то контент и приглашайте новичков, которым мы будем рассказывать непосредственно о развитии нашего проекта. А так, у меня на сегодня все. Спасибо вам большое за внимание. Всем вам отличного июля месяца. Здоровья, любви, денег. Хорошего настроения. Ну, до новых встреч на наших вебинарах. Следите за информацией в разделе «События», «Онлайн-мероприятия», «Оффлайн-мероприятия». Посещайте наши презентации. Вот. Ну и смотрите за разделом события в плане там, различных международных конференций, форумов там, и так далее. Периодически это будет обновляться, и, возможно, вы примете участие в том конкурсе. Ну, вот видите, Павел говорит, что если по прошествии года там, посмотреть, да, на развитие нашего проекта, то новостей как бы много. Итак, друзья, я заканчиваю сегодняшний вебинар. Всем вам отличной недели. До следующего понедельника. До свидания.